Уважаемый Роман Алексеевич, от лица всего студенчества МГТУ, я не побоюсь этого слова, Челябинской области, хотели поздравить вас с вашим юбилеем. Спортклуб «Стальные сердца» желает вам, главное, здоровья, стального сердца, характер, который вы закаляете не только студентов, но и преподавателей и всех людей города Магнитогорска. Дай Бог благополучия вашей семье, вам удачи. Берегите себя, вы нам нужны, «Стальные сердца» всегда с вами. Уважаемый Роман Алексеевич, поздравляю вас с днем рождения от всей хоккейной команды МГТУ. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть у вас все будет хоккей! Роман Алексеевич, поздравляю с юбилеем от всей сборной МГТУ по смешанным единоборствам. Желаю вам крепкого здоровья. Благодарю вас за большой вклад в развитие студенческого спорта. Желаю вам долгих лет жизни. С днем рождения. Роман Алексеевич, поздравляем вас с днем рождения от всей сборной МГТУ по плаванию. Желаю в жизни как можно больше позитивных эмоций, а также чтобы ваши мысли и идеи воплощались в жизнь. Роман Алексеевич, от баскетбольной команды МГТУ поздравляю вас с днем рождения. Оставайтесь всегда светлым и ярким человеком. Пусть вас всегда окружают верные и отзывчивые люди. Счастья и здоровья вам и вашим близким. Уважаемый Роман Алексеевич, я хочу поздравить вас с днем рождения от всей сборной МГТУ по настольному теннису. Желаю вам всегда оставаться таким же открытым для общения со студентами. Хочу сказать вам спасибо за то, что вы, Роман Алексеевич, поможете нам, студентам, всегда и словом, и делом. Поздравляю вас с юбилеем! Роман Алексеевич, наша женская команда МГТУ по легкой атлетике поздравляет вас с вашим юбилеем. Мы желаем вам всего только самого наилучшего и успехов вам в ваших начинаниях. С юбилеем! Поздравляю Козлова Романа Алексеевича с днем рождения, с юбилеем. Хочу пожелать успехов, здоровья и удачи в будущем. И сказать спасибо за огромный вклад в развитие детского и юношеского спорта в Магнитогорске. И за то, что вы продолжаете трудиться в этом направлении и стали развивать студенческий спорт. И думаю, что это очень хорошее направление в будущем. И в России студенческий спорт пока не на высшем уровне. И надеюсь, с вашей помощью, и я постараюсь помочь со своей стороны, мы сможем помочь развиться этой отрасли в России. Уважаемый Роман Алексеевич, от всей Федерации дзюдо города Магнитогорска хотим поздравить вас с днем рождения. Хотим поблагодарить за развитие дзюдо города Магнитогорска, пожелать здоровья, творческого долголетия и терпения.